Что такое семья? Это каждый из нас. Вот мама, занята своим любимым хобби. Это Мира, ей пока 8, ее мечта – олимпийская медаль. Это Влад, ему 14 лет, светлая голова. С этим парнем в шахматах сложно тягаться, но я стараюсь. Это Марат, ему почти 3, у него талант в современной живописи. Так что же такое семья? Это больше, чем каждый из нас по отдельности. Это все мы вместе.